Льготники Архангельска сегодня перешли на электронные проездные. Нововведение касается ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, кому уже исполнилось 70 лет, и их сопровождающих. Как показал первый день, система оказалась неработающей. Оказалось, всего 2/3 льготников получили так называемые электронные социальные карты. Да и считывать данные с них в автобусе пока нечем. Город закупил только около 10 валидаторов, нужны сотни. Поэтому, пока они не появятся, пассажиры с электронными картами по Архангельску могут ездить бесплатно и безлимитно. На сегодняшний день пришли к соглашению, что сразу этот процесс проходить не будет. Он будет проходить постепенно в течение 2017-2018 годов. И, соответственно, те перевозчики, которые не закупят валидаторы, не подключатся к данной системе, в первую очередь уйдут с этого рынка. Валидаторы из Петербурга должны были прийти еще в середине февраля. Массовый заказ сделали почти все перевозчики областного центра. Стоимость одного устройства около 15 тысяч рублей. Наличие валидатора – главное условие, чтобы оставаться на городском маршруте. Что касается северодвинских льготников, им беспокоиться не стоит. Как нас заверили в администрации города, переходить на электронные проездные в Северодвинске не планируют.